микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Rico Summer Carnival 92, которая вышла на Famicom. Улетно быстрый геймплей, шустрые графические эффекты фона, тысячи одновременно движущихся объектов, отлично сэмплированный звук. Это не шутмап, а чистое безумие. Не часто встретишь игру с таким сумасшедшим экшеном на экране. Правда, насладиться ей на реальном железе могли только японские геймеры. Больше они нигде не продавались. В целом, игровые спрайты довольно простые, но фоны и боссы выглядят вполне прилично. Есть уровни, где графика построена на неожиданных эффектах. В результате не знаешь, что больше взрывает мозг. Вражеский шквальный огонь или визуальные особенности уровней. Особенно выделяется звук в игре. Используется вся мощь четырехканального сэмплового аудио. В результате получается редко достижимый на NES звук. Кстати, звуковая дорожка в стиле транс-техно была очень передовой для начала 90-х, и она прекрасно подходит под игровой процесс.